Иван Сергеевич Тургенев. Дурак. Читает интеллигентный кот, как будто бы. Жил-был на свете дурак. Долгое время он жил припеваючи, но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца. Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи. Внезапная мысль озарила наконец его темный умишка, и он немало немедля привел ее в исполнение. Встретился ему на улице знакомый и принялся хвалить известного живописца. «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Живописец этот давно сдан в архив. Вы этого не знаете? А я от вас не ожидал. Вы отсталый человек». Знакомый испугался и тотчас же согласился с дураком. «Какую прекрасную книгу я прочел сегодня!» — говорил ему другой знакомый. «Помилуйте!» — воскликал дурак. «Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится. Все на нее давно махнули рукой. Вы этого не знаете? Вы отсталый человек!» И этот знакомый испугался и согласился с дураком. «Что за чудесный человек, мой друг?» — говорил дураку третий знакомый. «Вот истинно благородное существо!» «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Он заведомо подлец. Родню все ограбил. Кто же этого не знает? Вы отсталый человек!» Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком. Отступился от друга. И кого бы, что бы ни хвалили при дураке, у него на все была одна отповедь. Раз иногда прибавит сукаризны. «А вы еще верите в авторитеты?» «Злюка, желчевик!» Начинали толковать о дураке его знакомые. «Но какая голова?» «И какой язык?» — прибавляли другие. «О, да он талант!» Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом. И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний. Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, сам авторитет, и юноши перед ним благоговеют и боятся его. Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть, но тут поди не возблагоговей. В отсталые люди попадешь. Житие дуракам между трусами.